Хотя по-быстрому, короче. Пришли мы на почту, там что-то опять проблемы какие-то. Долго сидели, долго ждали. Это что? Сережки, наверное. Вот. Нифига ты нас заказывала. Это все пришло? Сейчас ты мне там отмечаешь, что все пришло. Это мы растопурку делаем с Алика. Ресницы, наверное, мои не пришли, да, что-нибудь? Ядреный его батон, ребята. Пришли. Я завтра буду с новыми глазами. Только тот, не тот, какие-то там волосинки, вон какие-то длинные, не знаю. Раз. Пачки-то маленькие, смотри, какие, да, что-то будешь уроки. Два. Нафига. Три. Четыре. Что, лохматый в разные стороны. Подстригать придется. Пять. Мы что, одну одинаковые заказали, что ли, все? Эти вообще какие-то пушистые. Эти еще длиннее, блин. Вот. Аж глаз задергался, блин. 10 пар, короче. 10. Прогулка завершена. Мужик устал, видите? Он то меня махает, пойдем, говорит, погуляем. Я его слушаю, с команду смой. Он мне еще, когда я что-то правильно делаю, мне говорит, молодец, Ленька. Так держи. Так, ресницы я получила. Че ты улыбишься, сидишь? Сейчас будем открывать дальше. Че там Сабрина себе назаказывала? Боюсь даже это ножом-то, блин. Что она там себе на заказ? Это мы первый раз заказывали. Вот. Я никогда ничего не заказывала. Это сумка, что ли? Это шопер. Шопер она себе заказывала. Пришел себе шопер. Тот-то все равно кожаный баски. Этот такой же черный. Просто материал. Вот. Шопер. Клево так, да? Держи. Дальше шопер взять. Сейчас. Это белый какой-то. Вот какой-то, зараза, белый. Зарина стоит вот так, вот бантики вяжет себе. Бедный мой ребенок. Тебе тоже что-нибудь заказать? Сейчас закажем. Мать придет домой. Ну-ка на другой какой-нибудь фирме, чтобы мне доставку делали домой. Я не бегала по почтам. Шопер. На! Материал такой баски тоже. Это у кого там уркает в животе? Ну, это я не знаю, как распечатывать. Здесь цепочка, наверное, какую-то она себе заказывала. Цепочки. Сережки ли. Ядреный его батон. Сейчас мы... Главное, мама делает распаковку. Сейчас мы это все откупырим. Упаковали-то ядрен батон. Там еще защита мягкая, вот эта пупырчатая. Прикиньте. Сейчас шары выскочат. Какие ты на серьги себе купил. И куда ты в них будешь ходить? Ну, вот это вот, отдери белое, видишь? Видишь? Ну, вот, эта фигня, видишь, отлетает. Вот. Пленочка. На. Канипус. Ай, фигня какая-то, короче. Я тебе красивую купила, носи.
Офигеть, вот эта бижутерия. У меня бижутерия этой полная коробка. Еще новые, неношенные есть. Нафиг я их брала. Всякую эту фигню. Сейчас раздаривать буду. Кому-нибудь. Мне блестят теперь цепочка. Я больше такую фигню не буду покупать. Это первый раз. И последний. Нафиг она нужна. Бабочка. Симпатичная. Сережки твои. Сережка ломаная. Дрит, куда дрит? Охренеть, да, Зарина? Скажи, да. Молодец, Зарина. Она не вот так показала. Ты так же покажи. Вы бы видели, что происходит за кадром. Вы бы офигели. Что пернуть? Воняет. Опять вчера черная нагулялась, а? Пришла. Слушай, она где? Это насрала. Она сидит себе, подлизывает. Пердит во всю. Вонище горохом. И горохом тут там, какая-то. Что она загнутая? Нет. Смотри, она как загнутая. Это ж прямо надо вот так вот. Ну, короче, сама сделаешь. Хрен с ним. Они загнуты прям, я не знаю, вот так что ли? Ухо-то же вот так должно быть. Видели, как мочка? Прощай, цыганка сэра. На! Знала бы, не пошла на эту почту. Не стояла бы там. Все пришло? Нет, еще. А что еще должно прийти? Еще одна посылка. С чем? С чем-то. Ну так ты посмотри, что мы заказывали. Все вроде бы пришло. Что заказывали? Что тебе еще надо? Больше я не знаю, чтоб что мы что-то еще заказывали. Все же ты заказала то, что тебе пришло? Да. То, что тебе пришло, ты все заказала? Да. Ну и все, а какая тебе еще посылка надо? Все. До свидосы. Я пошла. До бабушки съездить надо. Денег надо ей дать. На обои. На, Заринка, выбрасывай мусорку. Денег пойду дам. Пойдет обои брать. А может, вместе сходим, выберем. Так, примерно, знаете, несет какашками. Есть. Кто-то на... Посмотри, какашки. Какашки есть? В кошачьем. Нет. Ну кто-то навалил. А нет, есть. Ну вот она насрала. У меня обоняние же хорошее, я чувствую. Я все чувствую. Всем удачи, всем добра. Девочки, знаете что? Я вот хочу вам серьезно сказать. Будьте добрее. Вы девочки. Вы женщины. Вы мама будущей. Кто-то. Добрее надо быть. Не надо быть злыдними. Вот. Поняли? Хотя, черт с вами, как хотите, так и живите. Счастья всем и здоровья.